Деда Мороза сегодня можно было встретить и в общественном транспорте. Привычную форму сменил на новогодний костюм водитель одного из автобусов первого маршрута. Своим перевоплощением Сергей Ушаков порадовал не только пассажиров, но и других участников движения. Заметив Деда Мороза за рулем, водители начинали жать на клаксоны, а многие даже уступали дорогу. Надеть новогодний костюм – не приказ начальства, а инициатива самого водителя. Второй год уже такие же. В том году тоже ездил так же. Вот. Дети подходят, рассказывают стихотворение, мы им угощаем их конфетами. Вот. Специально купили конфеты. А так люди веселятся.